Благодаря новой технологии в РБ-2 теперь можно отследить каждый скальпель, пинцет и зажим. Опыт зарубежных медиков переняли в республиканской больнице. С начала этого года в медучреждении начался трекинг инструментов. Наборы проходят компьютерную регистрацию и прикрепляются к определенному пациенту. Больница стала пионером в чипировании инструментов. Такого опыта нет еще ни в одной больнице страны. Розалия Борисова продолжит. Какой операционный был набор для ортопедии, когда проходили стерилизацию инструмента из хирургического и во сколько забрали ватные тампоны, бинты и так далее, теперь можно узнать в два клика. Мы наборы прочипировали, как скажем, да, простыми словами, и наборы сканируются. И в каждом наборе есть упаковочный лист, и упаковочный лист идет вот с перечнем инструментов. Мы можем проследить, во сколько этот набор поступил в ССО, во сколько его упаковали, во сколько отправлено на стерилизацию, на автоклавы, во сколько его отправлено на склад. Тем самым мы можем проследить весь цикл вот этой деконтаминации. После использования телеги с инструментами регистрируют в стерилизационном отделе. Строго по штрих-коду каждый проходит несколько этапов очистки. Поступает дальше мощную, где грязная зона, потом дальше идет упаковочная зона, где регистрируется набор. И через трекинг у нас выходит этикетка и упаковочный лист. Этикетка приклеивается снаружи, а упаковочный лист внутри. Идет на стерилизацию, потом после стерилизации идет уже выпуск. В зависимости от вида инструмента упаковываются или в крепированную бумагу, или клинпаки. Из отдела хранения они уже направляются либо в операционные, либо в отделение. Наборы сегодня также можно прикреплять к определенному пациенту. Операционная медсестра прикрепляет инструментарий истории болезни. И, например, кто именно оперировал, кто, какой врач, какая медсестра все сделала, там видно. На сегодняшний день чипы имеют чуть больше 250 наборов. В скором времени планируется охватить каждое отделение. И тогда станет возможным полный контроль движения каждого инструмента. От выхода со стерилизационного отдела до имени сотрудника, работавшего с медицинским набором. Розалия Борисова, Юрий Филиппов, НВК Саха, Якутск.